Когда-то Саратов считался культурной столицей Поволжья, однако с каждым годом этот статус все больше превращается в статус нерешаемых вопросов. Саратовские художники могут лишиться своих мастерских на улице Советской, 65. Ранее в этом здании располагалось художественное училище, в котором учились и преподавали многие известные художники и скульпторы. Теперь там располагается около 35 мастерских и творит более 50 художников, которые могут оказаться буквально на улице, потому как властные органы уже в течение многих лет отказываются идти навстречу. В данный момент вообще у нас, если взять по документам, то у нас всего 12 мастерских. Мы вот несколько лет без договора. Комитет по имуществу с нами договор не заключает. Какая причина? Ну, говорят, в аварийном состоянии, нам надо это здание продать или будем искать покупателей. Город, ну как бы на это не идет на встречу с нами. Поэтому сейчас вот шумиха поднялась из-за того, что уже пришли люди, да, значит, дороги плюс, который им, оказывается, принадлежит это здание, они и вынуждены были это сейчас выставить его на торги. Вот, а вот, в течение 2 месяцев, возможно, вот, это здание уже будут. Найдутся другие хозяева, а потом, а куда нас? Проблемы с содержанием реконструкции зданий возникли уже давно. Мастерские для художников 10 лет находились в безвозмездном пользовании, а в 2014 году переданы в ведение МУП «Городские дороги плюс». Однако и эта организация оказалась не в состоянии облагородить памятник архитектуры. Представители облдумы, взявшие ситуацию под свой контроль, планируют разрешить ее поиском нового помещения. Создан даже попечительский совет с целью оказания помощи художникам. Чиновникам нужно просто понять значение этой организации для города. И все. Все остальное, они прекрасно умеют оформлять документы, находить помещения. Это все, я думаю, решаемые вопросы. Вот. Не решаем одно. Им нужно вовремя это понять. Что такое остаться без союза художников? А когда мы теряем мастерские, мы теряем не метры, мы теряем людей. Чиновники обвиняют художников в нерасторопности и безинициативности, считая, что потеря помещения – это их недоработка. Но художники не должны вдаваться в юридические тонкости и вправе надеяться на поддержку государственных организаций. Валерия Павелко, Матвей Фляжников, «Открытый канал».